Что сейчас прозвучало у нас композиция Андрея Теребежа. Следующая композиция «Хромой башмак» Антона Машкалы. Встречаем.
сейчас мы приглашаем нашу певицу Евгению Летун. Встречайте.
Everybody love me so. 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 Ever
Спасибо большое. Все композиции, которые сейчас будут звучать, они как раз все наши, поэтому знайте, что это наши, наши. Аж белорусский джаз! Да, хочется играть свое, хочется играть для вас и для души. Хорошего вечера еще раз. Thank you.
Находясь здесь, мы вот видим сзади прекрасное озеро, которое нас приняло, и эти три дня терпит нас всех, да? Поэтому хочется сыграть сейчас следующую композицию. Она называется «Над океаном». Но, в принципе, чем не океан? Прекрасный. То есть полный надежд, любви, радости. Вот песня называется «Над океаном». Thank you.
соло Антона Машкала на флейте. Эти песни не мои авторские, но аранжировки авторские. After seeing Brazil, my father's music came through me, but never got to me until I went down to Brazil in the rain all day long. I heard my father's song, that bossa nova beat, so sweet. I heard the real bossa nova and never got over the thrill after singing, yeah.
Bassanova I never got over the thrill after seeing Brazil. Одним сюрпризом для вас. Я впервые в жизни стала петь не на английском. Вот на слова Олеся Комоцкого Андрюша написал вот такую песню. Оцените. Проходит час, мелькает днями творается у минулое, и только дякуючи маме мы марим, дыхаем и думаем, мы марим с нетрезвым вечным, чакаем, верим, спадзяёмся для мамы ж мы у рэшце рэштаў заўсёды дзецьмі застаёмся. Мільгаюць дні і час проходить, и разумеем мы с годами житё суцельная нагода нам за яго. Разумеем мы
годами.